Всем доброго утра! 7:30, я готовлю себе завтрак. Вот, буду делать смузи. Смузи, здесь молоко, творог, малина и немного меда. Сейчас все это взобью и буду кушать. Я думаю, что можно было бы еще сюда немножко овсянки насыпать. Не знаю. Мой завтрак готов. Выливаем стаканчик. Блин, чуть-чуть не поместилось. Ужас. Всем приятного аппетита. Классно же, только от малины косточки. Ну, я, в принципе, нормально к этому отношусь. Мы уже, сколько это, 9:15, мы уже даже кондиционер включили. А то уже и жарко. Папа разрешил включить, говорит, жарко. Да, уже можно. А мы петрушку. Муля тут Григорию сообщение. Гриша нам присылает фотографии. Рыбу вчера поймали, да, пеленгасика? Перед всем. Гриша сказал, девушка в субботу будет варить уху, приезжайте. Дон Сергеевич только проснулся, вот сейчас 9:30. Да ты выспался, сынок? Мы кушаем. Я буду... Антоша, просто творог без малины, а я сегодня с малиной и просто вот такой вот йогурт со сметаной, с творогом и медика сейчас добавлю. Чего ты говоришь? Кто сегодня будет играть? Не знаю. А кто вчера играл? Вчера играли... Тоже не помню. А, ну Россия точно. Да. Мы обедать. У нас перловка с курочкой вчерашняя. Мы ее вчера так и не поели, да, чуть-чуть, по-моему. Вот, и компотик. И салат я сделала уже с домашними огурчиками. Помидоры еще, правда, не свои, но огурцы уже свои, поэтому их надо чистить. Так, у папули ужин. Чу, блин, я думал, ты что-то мне покажешь, а ты мне... А, нет, я ужин твой снимаю. У меня ужин, а у вас нет ужина. А у меня есть ужин, заслужил. Последние 2 недели не было. Чего? А ужин? Не... Ужина, да. Да по тебе-то видно, что ужина. Мое пряничное тесто. Сегодня у меня по плану как раз готовить пряничное тесто. Потому что поедем на выходных, заберем детей. И потом я уже буду всю неделю готовить комплименты на свадьбу. Поэтому сейчас начну делать. Естественно, одного замеса не хватит. Но постепенно, то есть выработаю это тесто, упакую все прянички, чтобы они оставались мягкими, вот, и потом буду делать новый замес, поэтому сейчас хорошо все вымешаю, вот, прям вот на вот этой доске, и положу тесто в холодильник. Антоха, грустный. Куда? Ну, Вика. Да? Домой. Все ушли? Они же в деревню живут. Да? Ты уже узнал? Мам, а кто папе звонил, где Вика живет? А я не знаю, кто папе звонил. Кто-то папе звонил. Да? А где папа наш? Да. Да, гля, луна уже вышла. Ну, а что вы здесь не можете это? А что вы? Не, ну я не знаю, когда мы еще поедем. Ну, Серега говорит, может, завтра поедем. Ну, да. Так мне что давать надо? Полотенце. Полотенце. Ну я ж не наше полотенце. Какое? Рекс уже полотенце, да. Или папе? Папа не купается, а Рекс. Папа купает Рекса. А Антоша мне говорит, дай полотенце Рексу. Ну я сейчас тоже. Я сейчас ну все, покупал. Тебе сейчас дам полотенце. Так Рекс покупался, да? Да. У нас футбол вечерний, Аргентина-Хорватия. 1-0. Говорят только про Месси. Короче, как будто больше никто здесь не играет. Так что смотрим.